Ты и тиху, мать, это еще что за хреновина? Вот, Сандра, ехали! Вот салон. Сазон. Кей-богу, забежу, хитрень! Там, который веселее и светлее порядок всех. Она молчит и улыбается ему. Ну, спасибо. Спасибо, ребят, что захватили. Думал, опоздаю. Денек-то сегодня какой, слышали? Какой? Магнитная буря. Вообще-то меня Петром Михайловичем зовут. Саня! Федор! А куда опоздаете-то? Куда? На автобус через 40 минут уходит. А вам далеко ехать-то? Вообще-то в Москву. Домой возвращаюсь. С женой повидаться. Че, загуляли на старости лет? Можно сказать и так. И долго гуляли? 20 лет. Ух ты, а как же жена отпустила? Померла она. Виноват. Вот еду с ней рядом ложиться. Место на кладбище выбью. Поближе к ней, и все. Сань! Че? Не заметил, сколько до Липецка осталось? Я что-то не разглядел. Да я не смотрел даже. До Москвы 435, до Чудова 315, до Петровска 183, до Чичоры 59. До Липецка 34 километра. Нормально. Нифига себе. А как это у вас получается? У меня фотографическая память. Иваныч, дай-ка спички. Держи. Я по телевизору видел. Сколько? Бог его знает. Ну ладно, а говорили память. У меня фотоаппарат, а не калькулятор. Понятно. Вот так. Бывай, Михаил. Мы на заправку, если что, на обратном пути подберем.